Всем привет, меня зовут Адар, и сегодня мы в очередной раз с вами ежемесячно обозреваем воркшоп Team Fortress 2, вашей любимой передаче. Valve должны добавить это. Спонсор данного видео — tradeoffers.tf. Подробнее о нем в конце ролика. Итак, мы начнем, как обычно, с обычного голосования. Кстати, все вы сами можете делать такие голосования, и, возможно, когда-нибудь что-либо из этого добавят в игру. И первое у нас это недостающие килл-иконки для убийств, то есть убийство черепом, гэсканом, телепортом. И вообще прикольно все это выглядит, то есть, ну, немного измененные, конечно, у некоторых оружий, то есть они пофиксены, ширина у них, либо размер, а так... Все круто, все нужно. Идем дальше. Таунт. Get in. Типа забирайся. Неплохо. Убило тебя, говорят, давай-ка в мусорку. Ждем, добавляем, все круто. Мне нравится этот таунт. Fix LOD для диспенсера. Для тех, кто не знал, LOD это, то есть, на разных дистанциях он с разной графикой показывает разные модели. Ну, вообще все модели. То есть, чем дальше моделька находится, тем хуже у нее графика. То есть, и, соответственно, это небольшой такой фикс, который уменьшает количество треугольников используемых. То есть, качество модели в зависимости от расстояния. И это хорошая вещь для оптимизации игры, на самом деле. Dog of War. К чему эта ссылка, я не знаю, но мне уже нравится этот медик. Мне нравится курточка на него. И почему-то вечно, когда я голосую за такое, оно говорит мне error. Не знаю, как вам, но мне нравится этот сет. Куртофан прикольдесный. Ну, всегда мне охота на медика какие-нибудь штаны, либо что-то убирающее его плащ. Просто представьте, медика без плаща, это что-то новое будет. Возможно, такое... Я не знаю, такое возможно ли вообще, но хотелось бы. Целый пак Рождества 2023 года от Эрла. Ну, вообще, много крутых сетов. Я даже за некоторые, кажется, голосовал. Ну, вот вообще, то есть, вот все они сеты. И, наверное, такое надо обозревать отдельно. Но мне нравится на Хэвика такой сет с броней и латами. Выглядит забавно и круто. И, да, мы двинем дальше. Слишком большой сет по количеству. Но вообще, вот если все по картинке посмотреть, все выглядит круто. Блин, на демо тоже, кстати, выглядит прикольно. Я теперь хочу чекнуть все. Но это не то, что я на демо там увидел. А, вот это, да. Блин, что-то это напоминает. Где-то такое было. Какой-то командир демос, блин. Но вообще, выглядит прикольно. К нему бы еще какое-нибудь такое полуфутуристическое оружие было бы супер просто. Ну, хочу. Ладно. Все остальное само по себе круто, и думаю, что-нибудь из этого добавят. И я скажу, ask me again later. Down Tundra. Надувной, точнее, пуховик надутый на снайпера. Блин, это выглядит круто. Это мне уже нравится просто, оно все вместе очень круто. Да блин, и вообще, штаны прикольные, сапоги прикольные. Хороший сет, красивый сет. Вот. Мне нравится, когда такие сеты прям тематически добавляют. Было бы что-нибудь вместо этот Джарате у снайпера что-нибудь типа снежка с писом. Но вряд ли такое добавят. Хотя есть банка с мочой, снежок с мочой. Это, конечно, тоже было круто. Frost Stress. Это что, отсылка к Frostpunk? Но вообще, мне нравится куртка. Крутая, супер. Шляпа странная. Но если саму шляпу убрать, просто капюшончик был бы тоже прикольный. Но куртка, блин, суперская. Ждем, чтобы добавили. И двигаемся дальше. Warpaint. Ну, все, наверное, знают, кто смотрит этот эпизод, что я обожаю серебристые или такие железные металлические вещи. И это прям вот прям оно, прям то самое, прям то, что я хочу, красиво, круто. Вот просто, ну, вау, великолепнейший сет. И я такое хочу увидеть. Еще такая небольшая иконочка на нем везде. Шикарно. Хочу. Добавляйте, Valve. Daddy Gabe, добавляй. Так, спай-шпион такой пошел на вечеринку. Ну, кстати, выглядит забавно. И то есть и с штанами, и без. Спай без штанов. Ага. А ничего так. Ничего так, выглядит довольно-таки прикольно. Ну, он такой становится более массивный шпион, но мне нравится, как оно выглядит. Было бы круто, если такое добавили. Alpine Intoxication. То есть интоксикация горная по факту. Но вообще, если вы в горы забираетесь, там нужен кислород. И, блин, такой жуткий демос становится, ну то, что лица не видно. И это, блин, будто пирос, а не демос какой-то с маской. Но
Блин, выглядит прикольно, чисто один айтем настолько всего добавляет. Да, я проголосую за. За. Эджлордовский предмет, возможно, будет, но он выглядит круто все равно. Warpaint Atomic Accelerant. Блин, выглядит круто. Посмотрим, как оно эволюционирует. Офигеннейший сет. Сет, говорю, офигеннейший. Офигеннейший скин. Я хочу такое, оно просто оранжевое. И просто именно простое. Вот сколько я не говорил, именно когда оно выглядит просто и со вкусом, это мое любимое. Next. Sleepy Unusual Effect. Мне он уже не нравится. Все спят. Оно выглядит не слишком скучно для Unusual Effect, так что, ну нет, не особо. Мне не нравится этот сет, так что next. Так, а мы переходим дальше к просто за что можно проголосовать. И мне уже нравится какой-то сет. Ой, опять я путаю слово сет и скин. Это, конечно, больше похоже на какой-то современный ковер, но, блин. Или камуфляж какой-то прикольный такой, футуристичный, городской. И я проголосую за это выглядит прикольно. Так, дальше. На солдата. Господи, куртки на солдата — это всегда супер. Это великолепная шняга. Маска на солдата, которая закрывает его лицо, такого еще не было. Вот уже вторая вещь у нас вот в этом выпуске, где полностью закрывается лицо наемника. И это выглядит отчасти так крипово, но и круто. Окей, двигаемся дальше. God of War. Это что, отсылка на Иисуса? Это реально какой-то Иисус. Господи, какой он страшный. На этой просто прическе он так улыбается. Он почему-то мне напоминает Хомера Симпсона. Вот, ну, Гомер Симпсон лысый. Блин, выглядит круто. К чему это отсылка, я не могу понять. Ну и пишите в комментариях, если вы знаете, к чему это отсылка. Мне было бы интересно узнать, к чему это отсылка. О, господи. Это выглядит тоже великолепно. Это просто будто все как дробовики. Ну вот просто у дробовиков то, что дерево такое и металл темный. Ну вроде у семейного дела такое более, только он более светлый. А тут только на всем это выглядит. Да, господи, как круто выглядит пистолет. Это должны добавить обязательно. Это очень хорошо. Это мега хорош. Водка Vanguard. Блин, Демос выглядит шикарно. Он великолепно выглядит с этим айтемом. Почему так круто? Мне нравится это просто. Черный русский буквально могли бы назвать Black Russian. Вот, напиток. Выглядит круто, супер. Просто если это добавить, это я буду использовать. Великолепно, великолепно. Двигаем дальше. Чего можно еще на сегодня посмотреть? Куртка на солдата. Адр любит куртки на солдата. С разными нашивочками. О, прикольно. Прикольно, если бы нашивка была бы картинкой, которую вы можете менять там. Ну, типа, с разной тематикой, какой вы хотите. Там, типа, бам, влепил рожу Адера себе на куртку. Куртки я на солдата люблю. Хочу, пусть добавляют. North Star. Северный царь. Блин, а выглядит просто и со вкусом. Ну и типа такая, как это называется, шапка? Ну типа этот, Первую мировую у русских была такая шапка. Подождите, не Первую мировую, после Первой мировой. Ну типа, я не помню, как она называется. Но вы тоже напишите в комментариях, как она называется. Я хочу узнать, я потому что не помню. Но это же, как-то же она называлась. А, ну блин, мне нравится. Next, двинем. Что такое бы хотел? Команда Close Cut. Это типа просто лысый солдат, если бы она бы еще блестела. Это почему до сих пор не добавили на всех персонажей лысых просто их, ну, без шляпы выпить? Почему не добавили, я не знаю. Но все по-любому скажут, Адр, почему ты не нажал на розовый скин? Но он выглядит простецки. И типа, ну то, что он на боевике чисто показывает, конечно, хотел бы на остальных оружиях увидеть, но пусть будет. Розовых скинов у нас мало, очень мало, и пусть добавят такое. Hazardous Environment. Это типа отсылка к вообще по факту Half-Life, но скорее всего к HECU трупперам, ну то есть этим солдатам из первой части, и это, да, я хочу. Люблю Half-Life, люблю скины по Half-Life. Чего-то я видел, за что я хотел проголосовать, но я, по-моему, это пропустил. Так что двинем дальше. Что у нас еще на этой странице будет такого, чтобы мы хотели, добавили, чтобы... О, господи, о май гад, это... Уже сразу супер, просто это меняет настолько Демс, то, что она блестит так, ну, в плане бликует, типа, кожаная, но ну, не кожаная, точнее, типа, резиновая, может быть, даже, это супер. Нам давали оранжевую команду в TF2, все, голосуем за, пусть добавляет.
И напоследок мы выберем что-то самое крутое, чтобы я вот... Я хочу, чтобы вот это добавили. Это должны добавить. Я напишу Гейбу, скажу: Гейб, добавляй это срочно. Ребята, добавим этот айтем. И что же это будет? Я уже много страниц пересмотрел. И, по-моему, ничто не переплюнет уже те вещи, за которые я проголосовал, потому что все было круто. А что будет еще? Может, что-то, конечно же, есть лучше, чем это? Ну, по-моему, вот это отсылка на... Все, да, я попал. Все знают, к чему эта отсылка. Кончаем эпизод. Кончаем. Tradeoffers.tf. Новейший сайт для торговли, являющийся в данный момент эдаким диким западом, где новые трейдеры могут выгодно продать свои предметы, а покупатели с легкостью купят нужный для них товар по выгодной цене. Ссылка на сайт в описании видео. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся с вами в следующем видео. Пока!